холод, ветер и даже первый снег не способны напугать настоящих патриотов. Это доказал областной военно-полевой выход, посвященный 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Почти 30 команд, представляющие патриотические клубы и объединения, с удовольствием вышли на тропу непростых испытаний. Приехали команды и областные, и из города. И это очень лестно, потому что мы на самом деле переживали, что не доедут ребята, испугаются холода, испугаются осадков, снега. Но в итоге мы были очень рады сегодня всех встречать, всех готовыми и всех нацеленными на победу. Военизированная эстафета, стрельба, сборка-разборка автомата, жим гири и бревна, а также множество других заданий предстояло выполнить участникам. Каждый сумел показать свою физическую подготовку и военные навыки – результат упорной работы в течение сезона. Новинкой военно-полевого выхода этого года стала игра в лазертаг, которая позволила проверить еще одну важную составляющую подготовки ребят – умение работать в команде. Мы на таком военно-полевом выходе первый раз, так как мы только сформировались как юноармейское отделение, нас пригласили. И, знаете, во время прохождения различных этапов уже забываешь про то, что ты соревнуешься. Просто в процессе ты увлекаешься этим, уже неважно, выиграешь ты, не выиграешь. Вот. Каждый этап интересен по-своему, особенно лазертаг, куда ты попадаешь, и все, как в Counter-Strike, ты в этой игре, вот, и полностью погружаешься в процесс. Полевые выходы – это неотъемлемая часть воспитания молодежи, я считаю. Потому что на таких мероприятиях как бы молодежь располагает к правильному выбору здоровый образ жизни, направления к жизни. Может быть, даже кто-то решает поступать в военные вузы, заведения. Сегодня погода, конечно, подвела чуть-чуть, но вот эти все испытания, эстафеты, как бы не обращали даже внимания на погоду, на вот эти вот все преграды. Нам очень все понравилось. Мы в хорошем настроении сегодняшнего дня. Школьники тут что только не делают, они эстафету бегают с препятствиями, автоматы разбирают, знания ОБЖ, медицины свои проявляют. Ну, в общем, интересно.